Всем привет! Сегодня будем шить коврик для бани в технике Синель. Для этого я взяла 5 слоев, 2 слоя фланели нижней и наружной и 3 тонких ткани хлопчатобумажных. Первым делом разложили ткань по долевой. Разрезы в технике Синель должны быть под 45 градусов. Находим для этого угол 45 градусов. Вот так складываем бумагу А4 и проводим по ней, по этой полосе. Я думаю, буду делать через 2 сантиметра. Вот так прикладываю шаблон, чтобы не мерить постоянно к линейке. И черчу. Можно на глазок, конечно, кто уверен в себе, но мне будет удобнее так шить. Итак, линуем весь кусок ткани. Чем больше вы слоев возьмете ткани, тем пушистее и мягче будет ваш ковер. Сделали всю разметку. Теперь начинаем прошивать с центральной строчки. Вот с этой, допустим, я начну. Пройду в эту сторону в одну, разверну ткань и буду идти в другую сторону. Опять дохожу до конца, разворачиваю ткань и иду в следующую сторону. И так всю ткань разворачиваем и шьем в другую сторону. Для удобства надо сколоть все слои, чтобы ткань не ездила. Внутренние слои можно сделать даже разрезными. Вот у меня одной ткани не было цельной, я сделала разрезную. Скололи весь коврик наш будущий. Теперь идем на машинку прошивать. Строчка будет на 3-4 миллиметра. Я закончила стегать, все простегала. Сейчас выровню, обрежу лишнее. Вот здесь обрежу, край обрежу, выровню и начну резать. Я выровняла коврик. Теперь начинаем разрезать ткань, кроме нижнего слоя. Не доходим до конца, на 1 сантиметр, чтобы удобнее было пришивать обтачку. Я прорезала весь коврик. Пока расчесывать не буду. Надо выкроить окантовку 5 сантиметров, разутюжить швы и пришить окантовку, а потом уже будем расчесывать. Пришиваем окантовку. Я окантовала коврик. Теперь осталось сделать самое интересное — расчесать. Расчесываем вот такой жесткой щеткой. Можно и руками попробовать, но не тот эффект. Одну линию не прорезала. Хо-хо. Сейчас буду резать. Посмотрите, какая красота вышла. Прелесть. Вот эта щетка — находка для Синели, девочки. Примите к сведению. Очень жесткая и хорошо вычесывает сразу. Мягкий,
Прелесть. Ковричек. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете. Красиво получилось или нет? Мне очень нравится. Яркая такая картинка получилась. Коврик мягкий, удобный. Прелесть. В баньку самое то. На этом заканчиваю. Всего доброго. До встречи.